Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю сериал My Little Pony. Первая серия называется «Поход в бассейн». Давайте начинать. Та-та-та. Так. Так, моя хорошенькая. Давай-ка с тобой попьем чай. Дочка, доча. Ну, а мама, что? Доченька, я вижу, ты со своей куколкой пьешь чай. Да, с Элизабет, если ты не знаешь. Ай, с Элизабет. Но сейчас мы, как ты помнишь, должны пойти в бассейн. Бассейн. Вот это поворот. Я-то думала в торговый центр, как она обычно говорит, за ее джинсами. Чего ты говоришь? Ой, ничего. Пойдем, пойдем. Но я боюсь за Мусю. Как же Муся? Мяу. Ой, да с Мусей, господи, ладно. Кошка самостоятельная. Все, пошли. Я уже чемодан собрала. А, как здорово! А ты вот видишь, возьми пока халатик. А моя юбочка? Я это хотела в юбочке пойти. Нет. Ай, ну ладно, бери и то, пока одень вот эту юбочку, а потом после бассейна оденешь халатик. Ой, вот этот, господи, скользко здесь. Ладно, пока собралась, я пошла. Аккуратней там. Ну так, мама, мы идем. А, да, все, пошли. Так, доченька, ты взяла халатик, вижу, а я вот сейчас чемоданчик, секундочку, сейчас пойду возьму его. Так, вот мой чемоданчик. Там все вещи уже есть, я взяла тебе столько, если ты захочешь попить. Ну ладно, все, пошли. Вот мы и пришли в бассейн. Угу, круто! На самом деле, не очень, я плохо плаваю. Ну что ты там вечно шушукаешь? Ничего, мам, просто так я говорю со своей куколкой Элизабетка. Ой, вставай. Как же нам будет хорошо в бассейне. Стой, зачем ты куклу притащила? Я не думаю, что нам разрешат тут плескаться, купаться с ней. Ну, пожалуйста. Ну, ведь нам никто не запрещал. Ну, я не знаю. Так, давай переодеваться, давай. Да! Ну все, доченька, видишь, мы переоделись, а теперь пойдем в бассейн. Мама, а там не глубоко? Ну, как сказать, там мне уж точно будет по крылья. По крылья! Ай, не хочу, не хочу, не хочу. Ой, да что же я падаю вечно? Не хочу. Так, а ну-ка быстрее, залезла. Не хочу, не хочу, не хочу. Дочка, ты хочешь плавать? Ты хочешь быть очень хорошей спортсменкой? Ну, нет. Так, вот что я падаю вечно? Неважно, все, давай, быстрее. Ладно, я пошла, моя шапочка снялась. Давай, быстрее одевай шапку и пошли. Ладно. О, хорошо так, Давай, я тоже. Уху! А, пони твою забыла взять. Ай, поняха твоя. Моя пони утонула, блинки. Спасать надо. Ай, господи. Ну, мы тут с тобой и наплескались. Так, давай с тобой плавать. Щу, щу, щу. Мама, можно вот один вопрос? Ой, господи. Да, доченька. Дочка, ты у меня там. Да. Зачем нам нужна шапка, если все равно у меня все волосы мокрые? Ну, хотя бы, чтобы немножко сухие были. Немножко? Так они вообще все у меня мокрые. Ну, вот у меня немножко сухие есть. Но если хочешь, сними. Если тебе прям хочется так сушить их.
Да, я лучше сниму. Ура, кац, какая. Ууу, плюх. И плюх. Ой. Плюх. Плюх. Вот. Так, доченька, давай, у нас будет испытание, ты должна под водой продержаться 30 секунд и помочь своей пони. То есть у меня из копыт ее, как бы сказать, вытащить. То есть задержать дыхание, что ли? Ну да, давай. Все, не хочу уже. Фу. А, хорошо, плавно. Ну, все, вроде наш сеанс закончился. Дай-ка посмотреть. Ага, закончился. Еще 30 минут. Ты что, не хочешь купаться? Это же как хорошо. Вау, круто. Вот мне нравится. Ой, ну, потом всякое дело. Лучше и не знать. Ай, хорошо как. Просто чудесно. Дочка! Чё? Пони, чё она тут делает? Господи! Фу! Плохая пони. Ой, ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это кто там хлопает дверьми? Ой, извините. А мы плохо открываем двери. О, здравствуйте, принцесса Каденс. Здравствуйте, принцесса Селеси. Вы что, тоже пришли искупаться? Да, моя доченька. Ну, поздоровайся давай. Здравствуйте, Каденс. Рарити. Привет. Ой. Привет, как у тебя дела? Все хорошо, но у тебя... А что-то на носу, ай, испачкалось. Так, ну давайте, залезайте. Ага, стена упала на нас. Я тоже... Ой, господи, плаваю. Тут такая каша-малаш получилась. Так. Давайте встаньте, мы пока тут постоим, поболтаем, а вы поиграйте. Ой, я тут видела твою пони. Это ведь твоя пони, я не ошибаюсь? Да, ее зовут Элизабет, и она самая крутая пони, то есть моя сестренка. Пони-сестренка? Не слышала такого, чтобы игрушечная пони была сестрой. Давай, дыши. Фух, как хорошо. Вот тебе нравится купаться? Ну да, а мне нет, видишь, грива вся мокрая. Ну ладно, давай еще поплескаемся немного. Блеск. Да мы тоже блеск, блеск. Кошмар. Так, давайте вылезать. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И пишите в комментариях, какое видео вы хотите, чтобы я сняла во второй серии сериала My Little Pony. Всем пока! Пока-пока!